Итак, королевский гамбит немножко так не сначала начал. Так, наш 4, слон g7. Наш 4, слон g7. Угу. Пока рокировка. g3. Жертвую коня. Сюда. Испугался он жертвы на f7. e5 там. Пока конь c3. Мне кажется, неплохо у меня здесь, хотя... Так. g5 хочется пойти, но... Пока ладью на d1. С идеей e5, а то там шаг какой-то. Ой! Блин. Бью на h6. Отдал ладью. Ферзя подкатил. Как же я зевнул ладью, а? Ну ничего, может быть, он еще дрогнет. Все-таки королевский гамбит, ребята. А он задумался. Бью слона. О, уже лучше. Шах. Отошел. Уже лучше. На f7 висит. И на f8 висит. Ай да королевский гамбит. А ведь зевнул на ровном месте. Ну что делать? Старость подкатывает. Думает он. Грожу на f7 просто ударить и там просто сюда. Бью на f7. Не понял, зачем ему мой конь на c3 нужен был. Совсем не пойму. d5. Стоп. Бью на f8. Не понял. Шах. Ну, последний ход. Победа. Зевнул ведь, а выиграл, а?